это хирургический метод больных рук. Ведущий хирург Монголии Чинбурен Джигджисурен больше 20 лет специализируется на лечении опухолевых заболеваний. В Шымкенте специалист решился оперировать больного с диагнозом рак печени. До этой операции местные специалисты применяли химиотерапию, несколько раз проводили диагностику. В результате опухоль уменьшилась и появилась возможность прооперировать больного. Поэтапное лечение специалисты называют комплексным подходом. Ему и обучают наших медиков монгольские эксперты. Сегодня мы сделали операцию на панкреас. Это самая сложная операция в абдоминальной хирургии. И успешно все сделали. Опухоль идет из панкреаса. Операция продлилась час. Врачи говорят, что она прошла успешно, но пока прогнозы давать рано. Комплексный подход в лечении рака мы применяем первый. Многие интересуются, почему именно у монгольских медиков консультируемся. Дело в том, что Монголия признана лучшей в лечении рака печени. Вместе с монгольскими коллегами всего уже сделано около 150 операций. Сами мы провели 30. Удалось продлить жизни пациентов. Медики советуют проводить скрининговые обследования. Победить рак на ранней стадии вполне возможно. Главное – не запускать. Многие пациенты обращаются к врачам слишком поздно.